Всем тихой ночи. Продолжаем исследование мира SCP, а точнее тех его частей, которые чаще всего просят в комментариях. И на этот раз больше всего сообщений было за кроссоверы. Мир SCP разнообразен сам по себе, но нередко авторы соединяют с ним разные другие вселенные. И для получившихся таким образом текстов на сайте существует отдельный раздел. Посмотрим же, что там есть. После Чернобыльской аварии 1986 года была создана зона отчуждения, в которой начали проводиться секретные эксперименты с ноосферой. В 2006 году эти эксперименты вышли из-под контроля, произошел выброс странной энергии, что привело к тому, что сами физические законы в зоне отчуждения изменились. Кроме ужасающих монстров и аномальных пространств, это событие породило артефакты, предметы, за которые многие были готовы отдать целое состояние, и за ними туда отправилось немало людей, желающих найти редкие аномальные вещи. Эти люди со временем стали называться сталкерами. Среди них был известный русскому филиалу фонда SCP мастер аномальных дел Левша, который собрал вокруг себя целую группу охотников за артефактами. Его люди носили улучшенные аномальными предметами оружие и комбинезоны, благодаря чему были способны выбираться из самых опасных уголков зоны с немалой добычей. Вскоре в зону прибыли и ученые. Поначалу они делали вид, что представляют собой государственный исследовательский проект, но затем к лидеру научной экспедиции Сахарову стали заходить гости с невиданной до этого в окрестностях нашивкой и тремя буквами SCP. Однажды они даже привели с собой обезьяну в костюме ученого. На животном был странный медальон. Оказалось, что в этой обезьяне была заключена личность одного из известных ученых фонда, доктора Брайта. Сахаров получил задание проводить животное в место, известное как зоопарк, для чего он нанял группу сталкеров. Эти сталкеры, согласившиеся на такую работу, в скором времени поняли, что это необычное поручение исследователей зоны. Ведь во время похода в Рыжем лесу им встретился человек, на плаще которого также красовалась нашивка SCP. Это был доктор Клев, и он объяснил, что для выполнения миссии фонда в этом месте им нужно направиться в сам центр зоны, к саркофагу ЧАЭС, и уничтожить тех, кто все это создал. То есть изначально экспериментировал с ноосферой. Группа ученых, который называется «Осознание». Преодолев множество препятствий, встретив орды монстров и зомбированных, люди оказались внутри, в саркофаге, где их встретил легендарный исполнитель желаний, также известный как Монолит, который предложил обезьяне сделку, от которой та не смогла отказаться. Дело в том, что на животном был надет медальон SCP-963, содержавший в себе личность доктора Брайта и делавший любое существо, с которым он соприкасается, самим доктором Брайтом. Монолит смог перепрограммировать эту вещь так, что личность Брайта была полностью стерта, то есть Брайт перестал существовать, чего он, собственно, давно и хотел. Обезьяна же стала обычным животным. Сталкер-проводник также загадал свое желание, однако для этого ему не понадобилась помощь лукавого монолита. Все, что нужно было сделать, это надеть SCP-963 на себя. Медальон впитал его личность, и теперь каждый, кто надевал украшение, становился этим сталкером. Клев же, единственный, кто не поддался исполнителю желания, активировал бомбу, которую принес с собой. Таким образом была разрушена легенда зоны. В огромном огненном шаре монолит прекратил свое существование. Впрочем, теперь ему на смену пришла другая легенда, ведь теперь ходят разговоры о сталкере, который появляется в телах разных людей, и иногда даже монстров. При себе у него есть странный артефакт – медальон, в котором, как говорят, заключена его душа, который берет под контроль любое тело, которое соприкасается с артефактом. Как мне кажется, кроссовер со сталкером имеет огромный потенциал, особенно если сюда добавить ноосферу. Кстати, о ноосфере. Многие интересовались, что за дверью. За ней длинный коридор, конца которого достичь мне так и не удалось, потому что чем дальше по нему идешь, тем он становится менее реальным. Возможно, плотность реальности становится меньше. Война. Война никогда не меняется. Пока фонд занимался тем, что скрывал от глаз общественности различные ужасы, главным ужасом оказалось то, что всегда лежало на поверхности – война. И ее фонд сдержать не сумел. И в один прекрасный день вся планета покрылась вспышками ядерных ударов. В течение 200 лет выжившие существовали в убежищах, созданных компанией Voltec. Выросли целые поколения, которые никогда не видели дневного света. И вот однажды они начали выходить наружу. Выжившие разбрелись по пустоши, основав множество поселений. И как-то раз они сделали открытие, что помимо жилых бункеров Волтека существовали и другие подземные сооружения. В одном из таких подземелий нашелся компьютер, в котором были протоколы содержания SCP-1145
и 1093. Первый – это радиоактивный игрушечный медведь, который в активном состоянии неизвестным образом движется к ближайшему человеку и излучает радиацию. Второй – это человек с мощным источником света и радиации вместо головы. Двое обитателей пустоши, зашедшие в подземный комплекс в надежде чем-то поживиться, открыли камеры содержания этих существ, выпустив их из заключения, которое длилось уже 200 лет. Сражение с этими двумя монстрами ни к чему хорошему не привело, и двум незадачливым путникам пришлось убегать по всему комплексу, пока они не оказались в большом зале с длинным столом, перед которым находился экран. На экране появилась женщина, которая не назвала своего имени, а представилась как О5-6, и предложила двум путникам стать новыми сотрудниками секретной организации, задача которой в том, чтобы аномальные сущности навсегда были скрыты от глаз человечества. Фонд. Фонд никогда не меняется. В хабе кроссоверов есть еще немало различных текстов. Есть, конечно же, текст по Вархаммеру, но мне он как-то не очень понравился. Это просто небольшой мостик между миром SCP и, собственно, Вахой, показывающий идею, что мир SCP — это прошлое 40-тысячника. Есть еще, например, про Хранителей. На этом канале уже есть видео про проект Хранителя, который когда-то был конкурентом SCP. Однако кроссовер между SCP и Хранителями меня несколько разочаровал. Тут две истории. Одна, по сути, стёб, а вторая пытается донести до читателя, что SCP лучше Хранителей благодаря своему формату. И если бы истории Хранителей были бы написаны в формате фонда, а не в своем собственном, то было бы лучше. Хотя, учитывая, что сайт Хранителей больше не работает, в фонд SCP можно перетащить теперь хоть все истории, которые там были. К слову о формате. В хабе кроссоверов есть интересный эксперимент. В виде SCP-объекта записана история Говарда Лавкрафта. Лавкрафт, кстати, стал общественным достоянием еще в 2008 году, так что на основе его истории можно делать все что угодно. Однажды оперативники фонда захватили человека из длани змея, у которого были документы, описывающие ранее неизвестный остров в южной части океана. Оперативники фонда не смогли обнаружить сам остров, но было собрано немало свидетельств, как из-под вод поднимаются черные базальтовые блоки, покрытые грязью и тиной. Объект был обозначен как SCP-1926-R. Единственный живой свидетель объекта утверждает, что его рыбацкое судно подошло к острову, где моряки решили передохнуть. Вдруг на них набросилось ужасное существо высотой около 60 метров, имевшие черты как человека, так и осьминога. Весь экипаж принялся бороться с монстром, имевшимися у них средствами, но монстр оказался способен пережить любые раны. Немногим удалось остаться в живых после этой битвы. МОК фонда, отправившийся на предполагаемое место событий, ничего не обнаружил, после чего Совету 5 решил исключить этот объект из основного списка. Кроме всего этого, есть кроссоверы с покемонами, с Думом, с Team Fortress, с Евангелионом, с My Little Pony и даже с Соником. Кроссовер с Соником, кстати, хоть и звучит абсурдно, но вполне неплох, ведь Изумруд Хаоса оказался сильным саркицистическим артефактом под названием Слеза Иона, который одно время содержался в фонде, но затем был украден сектантами Церкви Разбитого Бога, вернее, даже одним конкретным сектантом, который любил заражать различных животных вирусом часового механизма, превращая их в полумеханизм механических зверей. А ежик Соник, конечно же, это саркицистический монстр, который уничтожает творение этого сектанта. Таков хаб кроссоверов на сайте SCP. Странные и абсурдные, среди которых можно найти что-то интересное. В целом не особенно понятно, есть ли в нем смысл, потому что SCP без этого нередко цитирует разные произведения. Но вот есть такое на сайте SCP. И как обычно, оставляйте комментарии за то, что мы еще не разбирали на этом канале, ведь само оно себя не разберет. Всем пока!